Если вы впервые на нашем канале, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Впереди много всяких разных интересных поделок. Добрый день, друзья! Привет будущим подписчикам! Рад с вами пообщаться в 22-м году, как говорится, слава богу, дожили. Ну и это видео будет совершенно коротким. Сейчас расскажу. В общем, собирается кухня и остался кусок вот такой вот столешницы. Как говорится, добру даром не пропадать, решили сделать кухонный стол. Изготовил вот такие вот ножки. Вот. Профтруба 15 на 15, металл полторашка. Вот эта часть больше, она будет прикручиваться к столу. Вот так просто саморезами. Здесь тоже металл заподлицо. А здесь наклеил 88-м клеем куски линолеума, дабы он не царапал пол. В интернете, конечно, вариантов много. Я вам предлагаю свой вариант. Сейчас соберу до кучи и покажу конечный результат. Ну вот, ребят, в конечном итоге приключился вот такой вот вариант. Жить он будет где-то примерно в этом районе. Так что, если кому-то что-то подсказал, буду очень рад. Критикуйте. Всего доброго. До встречи. Пока!